Сообщить о нарушениях выборного законодательства можно на вновь открывшуюся общественную горячую линию связи с избирателями. Колл-центр доведет информацию до официальных лиц, принимающих решения по обращениям. Подробности в нашем репортаже. Общественная горячая линия связи с избирателями помогает предотвратить нарушения избирательного законодательства и выборных процедур. Потенциал ее актуален не только в период выборов, но и вне избирательного процесса. В первую очередь на линию обращаются люди с ограниченными возможностями в силу разных причин, в основном ветераны и инвалиды. Работа нашей линии в прошлом году позволила снять напряженность и взять на себя часть звонков во многом технических, во многих просто консультаций, где, куда, какой номер участка, куда можно обратиться. Но и вторым аспектом работы горячей линии стало тот процент, наверное, процентов 20 поступивших звонков, имеющий под собой предложение граждан об улучшении избирательного процесса и предложения и жалобы на некоторые социальные проблемы, возникающие в обществе. Таким образом, укрепляется взаимодействие органов власти и гражданского общества. В прошлом году проект «Общественный контроль на выборах» был отмечен благодарностью Общественной палаты России. Я уверен, что совместно мы сможем провести выборы таким образом, что действительно воля и волеизъявление избирателей будут правильно посчитаны, и результаты выборов в Чувашской республике будут абсолютно объективными, вызывающими уважение и основанными на законе. Телефон горячей линии 62 35 86. Он работает ежедневно с 8 утра до 5 вечера. В день голосования 18 сентября круглосуточно. Родион Архипов, Олег Якимов, Республика.